Народу нравится. Чего? Народу нравится! Сейчас мы снимем структуру. Вот. Я уже просто примерила вот эту скрипку. Я сделал внутреннюю крышку, если здесь идут выделы под блок освещения и под эхолот. Значит, это вот внутренняя крышка будет ставиться. Вот так вот, вот крепиться она будет еще верхней крышкой. Вот это вот эта крышка. Эта крышка, они вместе, вместе они будут обои вот так вот открываться. И это действительно будет вот одной рукой неудобно, то будет выглядеть в общем плане вот так вот обрабатываться. Здесь будет на посадочных местах стоять наши приборы. Вот. Значит, так, внутри сейчас это выглядит уже вот так. То есть я попробовал покрасить внутри аэрозольки вот черный. Ну, результат плохой, то есть это краска ложится очень плохо, например. Я решил покрасить ящик снаружи и внутри краску ПТС яркую. Вот. Но это я чуть покажу покраску позже. Значит, также я уже вырезал пленку. Пленку, которая потом будет приклеена к стенке ящика. И как бы амортизирует, как сказать, все держать аккумулятор в своем отсеке. Вот. Вот так вот. Вот. Также значит, в магазине на рынке я купил вот такую фурнитуру. Купил для перенески ящика. Вот, как бы, или вот такие я поставлю, или вот такие. Значит, буду еще как бы думать. Значит, стоимость их дарить такие стоим, то есть теперь по 20 рублей каждая штука. Вот сейчас же было куплено два вот таких вот запора замка. Значит, запоры у нас стоили по 70 рублей. И также были куплены вот такие маленькие петли. Вот. Это для крышки ящика. Петли стоят по 10 рублей. Вот так что, как бы, бюджет у меня маленький. Приобрести не только в ящику. Вот. Краска, поездка на остатке у меня есть. Вот. Ну, как бы, смотрим дальше. Смотрим дальше. На следующее воскресенье. Вот, ну, что, друзья? И видите, это все нарисовывается вот так вот, да? Значит, вот я поставил петли, не петли, а задние петли я поставил. Вот как говорила, ну вот они стоят у меня. Так, значит, я поставил запоры. Запоры. Вот. Я поставил запор, ну, то есть на жилье все круто, все перед покраской. Я установил внутреннюю вот эту панель, о которой я говорил, на которой, значит, у меня будет крепиться на вот шарнире вот этот эхолот. Запор, вот, вот эти пазы будут склеены вот эти вот ножки. Вот. Это будет сильно. Значит, дальше.
Здесь под ниндзя у меня стоит аккумулятор. Так вот. Значит, блок осуществления будет у меня стоять в указании. Вот это место после покраски будет клеен двухсторонний скотч на стене на основе, а вот этот выбор будет там около 2 мм. Это все будет дальше приклеить, удивительно, вот так вот. Ну, сюда будет какие-то другие провод на питание аккумулятора. То, что все это будет, грубо говоря, вот так вот. Кабель там. Ну, давайте без него. Вот так это будет все закрываться. Вот так. Для переноски где-то вот здесь вот будут стоять вот такие вот петли. Перезвоним еще или вот эти петли, или вот эти. Ну, как, конечно, вот эти, они как-то посимпатичнее, но они плоские. Вот эти закругленные, оно петляется не имеет. Ну, я как бы посмотрю. Значит, здесь я планирую сделать на карабинах ремень. Ремень не длинный, то есть что-то ремень, то, чтобы при открытии крышки, грубо говоря, ремень так вот. Давай ее свободно открыться. Не длинный. Вот. Значит, что думаю, значит, петли я нажимил, здесь я ответную часть нажимил, то есть, действительно, запоры, петли у меня тоже, все стоят в своих местах, но я как бы так все сниму, все вот это вот, пленку все вынул, значит, снаружи я его откурил и покрасил, Кости проекта, ну, глянцевый. Значит, что еще я планирую? Ну, пока это как я думаю. Я думаю, значит, я думаю, на углы нижние, верхние, подставки, верхнюю крышку, вот такого. Значит, я думаю, обрамить ее всю алюминиевым уголком. Значит, крышку где-то по 50 метров, значит, бока полностью там, миллиметров 15, каждая полочка. Ну, опять же, значит, уголок алюминиевый. Красочки стоят, красочки бесполезны. Вот, потом все равно все облезет. Значит, я думаю, сначала я чуть-чуть раскурю красочки, а потом уже сверху, как декоративно, сделать вот эти алюминиевые уголки. Ну, как бы, что там дальше все будет выходить. Запрыгиваем, все покажу. Опять же, говорить, я не профессионал, так и все делаю на коленке. Ну, благо инструменты у меня на стене. Вот, ну, опять же, это как бы все любительство. Прошу строго не сидеть. Вот, значит, здесь еще, как говорится, ну, отделение предусмотрено под светильники. Светильники для освещение зимней палатки. Значит, здесь будут датчики холода и провод от него. Вот. С этой стороны я планирую поместить кулер. Кулер, ну, кулер черный такой. Кулер – это вентилятор. Вентилятор для, грубо говоря, на палатку весу, для циркуляции воздуха в зимней палатке внутри. Вот. Или, скорее всего, может быть, кулера не будет потом уже, ну, здесь будут какие-то, может быть, дополнительные, не знаю, провод дополнительный, там, грубо говоря, флампы светодиодные, то есть для подключения напрямую к аккумулятору, если что-то на самом блоке выйдет из строя. Ну, запасной какой-то вариант. Ну, как-то вот так. На строительном рынке я купил вот такой декоративный алюминиевый уголок. Вот, полностью 15-15, полностью 10-15. Длина его каждого по 2 метра, он 80 и 90 рублей за 2 метра. Длинность небольшая. Вот
я уже обронил этим уголком все стороны ящика, чтобы осталось сделать как бы еще одну сторону, еще одну сторону. Вот, все, как бы мы этим и займемся. Вот. Берем ровную сторону уголка. Вот, вот. Берем сверлопалет и просверливаем сверло колышко. Это отверстие. И тут мы это все прикрутим. Так. Крутили силу, просто как бы добавляем. Сейчас объясню, да, почему. Ну вот, собственно говоря, вот все с вами получили. Значит, саморезы я специально брал не полтать, потому как, значит, уголок тонкостенный, значит, стенка, наверное, примерно около миллиметра. Вот, если буду расследовать, чтобы руки заходили в полтать, то просто мне очень сложно будет. Только стенки сделать это. Я решил купить саморезы полусфера. Потому что как раз они смотрятся, то как будто есть верхняя заклепка. Проклепка. Открывается. Вот так вот у нас внутри. Где холодный был против, мерял. Вот, сейчас мы весь ящик будем готовить к покраске. Вот, значит, все у нас уголки ровненько все подкручены в размер, все закидано. Сейчас, значит, я быстро все это сниму, включая зачетки. Потом этот ящик я пройду на флитмонтенте с 5-20 мелкой скоростью и будем красить. Будем красить. Значит, краску мы будем красить PS-15. Вот, значит, как я планирую, то наружный ящик покрасить цветом темно-синим, внутри планирую покрасить белым цветом. Вот. Ну, что же это получится, можно дальше. Господа, за несколько минут мы вот ящик разбили. Причем каждую банку, декоративную я подписываю.
что потом мне было вместе с ним попадать. Я еще раз покрасил внутри белой краской.
Вот она, в принципе, тоже за подсохла. Ну, вот, так это же будет еще второй раз. Слушай, мы представляем, что ходили на свои штатные места. Вот. И сейчас мы будем клеить вот эти вот антенны, вот это как место. Вот для этого будем использовать клей. Вот так вот. Значит, при открывании это будет выглядеть вот так. Ну, я думаю, давайте все хорошо покажем. Вот это здесь будет вот так складываться. Ну, что я думаю. Так, значит, насильно и, так сказать, трансферы потолока и верхних ресурсов, я буду использовать такую вот, как сказали, клей, герметик. Значит, американская какая-то фирма Долгил, называется он «Осевелые ручки». Очень хороший клей. Вот. Значит, вся прелесть в том, что он идет как клей герметик, и в состоянии имеет обслуживание до 100%. То есть как резина, собственно говоря. Вот я нанес клей, я сюда вот в отверстие. И вот так вот мы его сейчас положим. Будем ждать, пока подойдет клиентами. По сути, займемся посадкой, значит, блока опустили вот в это вот. Так, и это... Сейчас, друзья, установки для установки вот этого блока опустили, то, что я его не буду сажать на клей, а я его посажу на скотч, стерильный скотч двухсторонний, вот скотч на стерильной основе, там, ширина его 25 мм, значит, толщина ленты, по-моему, если я не ошибаюсь, там, 2-3 мм. То есть он служит для крепления зеркал и прочих вещей. Ну, я его использую, наклею его сюда, вот, там, две полоски скотча, но мы свободно могли походить на него вот этот вот блок. Вот. Так что, если нам придется его снять, вот, я думаю, клеем это будет уже как-то проблематично, ну а скотч всегда его можно будет оторвать, и там открутить крышку, при каком-то ремонте и так далее. Это скотч у нас вот такой вот. Ну, то есть, ну, это приблизительно, наверное, миллиметр или полтора. Вот, как мы заметим, сколько нам нужно, значит, ему отрезать. Так, а что нам нужно будет 13 сантиметров. Две полоски. Так, ну вот, друзья, я наклеил две полоски скотча. Вот, значит, вот сюда. Для того, для крепления подблока. Блока сухого кровного. Значит, соответственно, верхний слой защиты я сейчас снимать с него не буду. Соответственно, я это все сниму перед самой установкой самого блока на место. Вот. Ну, а тут мы займемся немножко другим. Друзья, я думаю, что тут все подъемки делать легкие. Ну, как бы посмотрел, ничего такого, что можно было применить, и на один блок пока не наткнулся на вот такие вот кнопки. Кнопки, значит, привычка, вот какие-то там кнопки, ну, необычные, как вот куча блока, да, а постоянно сюда вот ведет какие-то вещи, вот, что мне там можно особо пригодиться, вот, да, вот, и на что вот так, если там таких пробок, авто одновременного написан. Вот, значит, я эти пробочки обрезаю вот на таком расстоянии,
вот, значит, потом вытаскивается свободно из пробки какое-то основание. Вот. Значит, я это основание буду включить в нити ящика через шайбу и через трубку, то есть плоскости. И потом, собственно говоря, на секундный фильм, вот она очень плотно входит, вот туда будет поставлена такая ножка. Такая ножка, значит, сверху это алюминий. Вот. Ну, я думаю, так получится очень просто, она будет держаться. Вот так вот. Вот так вот я придумал. Сейчас что из этого получится, все вам покажу. Так вот, друзья. Вот наши тропки. Обновленного носичка. Вот такие вот у нас эти носки. Теперь я здесь не достану. Вот такие ноги. Вот у нас совет, я думаю, уже скоро последний кульминационный момент. Вот, сейчас мы будем снимать защитный малярный скотч. Вот, ну и как бы сейчас мы посмотрим, вроде уже все у нас близко к концу, прилетается. То есть поход у нас хорошо склеился, сейчас поставим клеем скотч, поставим ограничитель открывания. Вот. Ну и, собственно, сейчас посмотрим, как все у нас выпало. Вот. Ну что, друзья, вот и, кажется, подошла к концу наша работа над вот этим замечательным ящиком. Вот. Значит, потратил я на его изготовление несколько вечеров. Вот, но работать над ним мне было очень приятно. Вот он уже как бы готов, все потрачено, вот как бы что у нас вышло внутренне. Конечно, может быть, если будут какие-то несколько доработок, ну, убрать там провода, как бы сделать все, чтобы по месту было, вот там, дальше кислорода, ну и там еще, может быть, что-то придет в голову. Значит, все это работает, грубо говоря, вот так. Значит, вот кнопка включения прибора. Вот, значит, дальше зарядка USB. USB работает. Значит, дальше у нас включает кислород. Кислород у нас дальше не подключен, сейчас кислород идет в тестовом режиме. Вот, значит, так у нас работает кислород. Тестовое режим. Так бы он работал на рыбалке. Вот. Значит, дальше у нас идет, собственно говоря, подсветка лунок. Вот она. Подсветка лунок у нас голубой индикатор. Инфракрасная подсветка лунок. Не инфракрасная, а ультрафиолетовая подсветка лунок. Сейчас. Дальше у нас идет свет. Вот как бы у нас зажигается свет. Я сейчас один светильник подключу теплый белый. Ну, вот как бы вот там лежит. А подняли все идет светильник. Вот как я на полную мощность включу. И свет у нас потребляемый ток 0,36 ампера в час. Вот, 3 мощности аккумулятора, 12 вольт на 12 ампер часов. Вот, я думаю, что все у нас получилось довольно-таки неплохо. Вот так это все закрывается, вот так это все открывается. Я очень доволен. Вот, ну и что? Одно маленькое напутствие. Друзья, если вы что-то делаете, всегда делайте это с душой. С душой. И всегда у вас все получится. Я своей работой очень доволен.
Вот, осталось только один, посоединить, так скажем, к ящику аксессуар. А, это мы сделаем, как бы, в соответственном моменте. Этот аксессуар, вот он. То есть это ремень для переноски. Значит, мы его цепляем, как сказать, по бокам. Так вот. Возьмем. И так вот. Так, скажем, два. Вот как бы у нас такой ремень для переноски. Ну, собственно говоря, здесь мы все выключаем. Кислород мы выключаем. Вот. Ну и ощущение мы все выключаем. Вот так вот мы наш ящик запираем. Вот. И два. Значит, вот такой вот он у нас. Ну, нелегкий, конечно. Вот такой у нас выход. Симпатичный, как бы ночи и прочее, и прочее, и прочее. Ну, так вот. Вот так вот у нас переносится. Вот. На двери. Вот так вот у нас будет переносится. Вот. Ну что, господа, я готов к рыбалке. Всем привет, друзья! Удачных вам рыбалок, всем не хвоста, не счастливее. Счастья выбирайте свою рыбалку.